Здравствуйте, друзья! Рад вас приветствовать у себя на сайте, у себя на видеоблоге victan.info. И сегодня очень-очень короткий, позитивный, я думаю, но с большим намеком видеовыпуск. Итак, если вам хочется узнать про ваше окружение, и вы вдруг собрались за праздничным или за другим либо столом, там, где пьют горячительные напитки, то я вам сегодня скажу дерзкие, короткие, но очень четкие тост, после которого сразу видно, кто есть кто. Итак, у меня здесь неспроста стоит рюмка, но ввиду того, что я практически не пью, я позволю себе выпить на видео водички. К примеру, наливаете в рюмочку, ну, пускай это будет какой-то горячительный напиток. Поднимаете рюмку, и когда все вас внимательно слушают, вы говорите такой тост. Я хочу выпить за то, чтобы сдохли все те, кто думал обо мне плохо. И берете и выпиваете. Ставите и внимательно смотрите, кто есть кто. Проявление не представляете сразу и налицо. Всего вам доброго. До новых встреч. С вами был Виктан.